того, как мы отчитаемся перед НКРЕ о предоставленных данных, и оптимистический, скажем так, вариант, Валерий Евгеньевич, подсказывает, если я ошибаюсь, это буквально уже август месяц. На сегодняшний момент, чтобы все понимали, еще не сформирована национальная комиссия. То есть прошел только конкурс, и президент должен назначить членов национальной комиссии. После того, как назначить членов национальной комиссии, только начнется их работа. Нацкомиссия при получении документов, она проверяет документы, производит расчеты, применяет свои коэффициенты и делает снижение тарифа. Это, как правило, на нашей практике. Поэтому общественные слушания после постановы, после проекта должны еще пройти общественные слушания, которые проводят национальная комиссия. Это тоже в течение месяца. Потом этот проект решения выносится уже на комиссию. Поэтому, чтобы не волновались и так далее, что касается корректировки, это будет не раньше, чем сентябрь месяц. Не раньше, чем сентябрь. Но задачи будут ставиться экономическому блоку, эту корректировку внедрить раньше, Владимир Сергеевич, потому что сегодняшняя ситуация в финансовых водоканалах никого не устраивает. Прежде всего и городскую власть, потому что каждый день мы сидим на какой-то пороховой бочке. Единственное, если бы не помощь по субподрядам и дополнительным работам, которые мы на сегодняшний день производим, устраняем свои аварии, делаем реконструкцию коллекторов за бюджетные деньги экологического фонда, у нас бы ситуация была бы еще, скажем, более спаунная. Скажите, пожалуйста.